Уже 28 лет компания Интерем занимается разработкой и производством оборудования для систем оповещения музыкальной трансляции. И на сегодняшний день является признанным лидером в своей области. Люди, технологии, будущее – девиз компании Интерем, заслуживший доверие во всем мире благодаря безупречному качеству продукции и инновационным решениям в области звуковых технологий. В оборудовании 6000 серии гармонично сочетается надежность проверенных временем аналоговых систем с удобством и широкими возможностями, которые дают новейшие цифровые технологии. 6000 серия, как и другое стоечное оборудование Интерем, основана на модульном принципе и позволяет гибко конфигурировать систему в зависимости от масштаба проекта. Возможно увеличение емкости системы с шагом 16 зон, вплоть до максимально возможного количества 160. Новая микрофонная панель является программируемой. Каждой кнопке может соответствовать как одна зона, так и произвольная группа зон. С новым оборудованием Интерем вы легко сможете управлять цифровым тюнером, проигрывателем компакт-дисков, а также воспроизводить музыкальные файлы популярных форматов прямо с вашего компьютера. Пожарная тревога. Всем срочно покинуть помещение через запасные и аварийно-спасательные выходы. Внимание! Сработала пожарная сигнализация. Всем оставаться на своих местах до следующего объявления. Одной из ключевых особенностей серии 6000 является возможность реализации различных сценариев оповещения, что позволяет проводить организованную эвакуацию людей из здания в оптимальной очередности и по наиболее безопасному пути. В 6000 серии для организации межблочных управляющих соединений применяется кабель витой пары 5 категории. ECS-6216P является главным управляющим элементом серии 6000. RMI-6108 предназначен для увеличения числа микрофонных панелей в системе оповещения. RM-6024-6012KP микрофонная панель и дополнительная клавиатура обеспечивают голосовое оповещение. DIB-6000 служит для подключения персонального компьютера к системе оповещения. IR-6116 реализует 16 алгоритмов эвакуации тревожного оповещения. PX-6216 – матрица с 16 входами и 8 выходами для коммутации аудиосигналов. Применение PX-6216 позволяет подключить к системе оповещения до 16 музыкальных и голосовых источников. Сигналы от них будут передаваться в систему оповещения в соответствии с заранее запрограммированной схемой соединения. 8 независимых каналов, образованных блоком PX-6216, позволяют создавать распределенные системы оповещения и управления эвакуацией. Для удаленного обслуживания групп зданий и сооружений стоечное оборудование 6000 серии обеспечивает построение комплексных распределенных систем с передачей аудио-видеоинформации на большие расстояния. По сети Ethernet с протоколом TCP/IP. По волоконно-оптическим линиям связи с расстояниями до 15 км. С использованием оригинальной системы ITN, позволяющей дистанционно управлять
профессиональным аудиооборудованием Hi-Fi класса. Шеститысячная серия также обеспечивает многоканальную трансляцию видеосигналов высокой четкости в сочетании с аудиопотоками. Системы Интерэм очень популярны в Южной Корее. Они установлены в международном аэропорту Инчон, на Сеульском железнодорожном вокзале, в многочисленных торговых центрах, в монументальном комплексе Дусан Тауэр, в здании правительства, в образовательных учреждениях, на стадионах. Оборудование Интерэм экспортируется в Соединенные Штаты Америки, Новую Зеландию, Великобританию, Норвегию, Россию, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Таиланд, Голландию, Литву и многие другие страны. Если сегодня вы уже используете оборудование 9000 серии, вы можете его легко модернизировать до уровня 6000 серии, заменив некоторые блоки, что позволит реализовать многоканальный вариант системы и ее управление через компьютер.